Друзья, привет! Я Фикспрайс на Калантай 24.30, Санкт-Петербург. Походим по магазинам. Может, найдем новинки. Поищем полезные товары. Приятного вам просмотра. Набор свечей с подставками. Цвет металлик. 12 штучек в наборе. Оригинальной изогнутой формы. Есть серебристые, яркие. Были еще золотые, но уже кончились. 79 рублей. На Калантай 30 обнаружила декоративные LED-светильники в форме ракушек из серии Эльмар. В большом количестве есть выбор. 349 рублей. В других магазинах они уже давно закончились. Очень легкие мужские шлепанцы, сделаны из ЭВА, в больших размерах, с 41 по 45 обнаружила. 299 рублей. Большой выбор шорт на мальчиков из 100% хлопка. Смотрите, два карманчика имеется, широкая резинка и шнурочек. Производитель Узбекистан. Разные расцветки, разные дизайны, размеры 116 по 140, 299 рублей. Просто отличные шорты, плотный хлопок. Очень понравились мне вот эти полотенца. Это жаккард 42 на 60 сантиметров, 100% хлопка, очень плотненькая и отлично сшита. Производитель город Иваново, 79 рублей, разные расцветки. Чехлы на подушку сюда также приехали, 174,50, закрываются на молнию, три расцветки. И на табуретники приехали, три расцветки, мягкие с поролоном. 174,50. Органайзер для косметики и аксессуаров с крышкой. Сейчас можно купить дешевле по карте Фикспрайс за 149 рублей. Без карты 199 рублей. Также вот такой органайзер. Здесь 12 отделений. Также можно купить за 149 рублей по карте Фикспрайс. Вот такой органайзер, здесь два уровня, также с крышкой. Нижний уровень разделен на два отсека. По карте Фикспрайс будет стоить 199 рублей, без карты 249 рублей. Сумка плюс кошелек. Кошелек пристегивается на карабин, можно отстегнуть. Внутри сумки находится ремень длинный, который регулируется. Размер сумки 14 на 6,24 сантиметра. Внутри подкладка. Черные, бордовые, серые, темно-синие. 299 рублей. Косметичка имеет два отделения. Внутри подкладка. Застегивается на молнию. Очень плотная верхняя ткань. Размер 17 на 10 и 8 сантиметров. Все черного цвета. 249 рублей. Новинка, кабель USB с функцией передачи данных и зарядки. Длина кабеля 100 сантиметров. Есть белые, черные и цветные. 124 рубля. Набор малярных кистей 5 штук. Кисти разной ширины. Натуральная щетина, полипропилен и сталь. 124 рубля. Тоже полезная новинка. Это набор двусторонних липких скотчей. Два рулона по 130 сантиметров и 192 листа. 72 рубля по карте Фикспрайс. Тряпка для уборки двусторонняя, 40 на 30 сантиметров. Толстая и мягкая. Материал полиэстер. 79 рублей. Щетки для волос с золотыми и серебряными элементами. Я пользуюсь только такими щетками. У меня непослушные вьются волосы. Усмирить я могу только такими щетками и феном. 149 рублей. Наполнитель для кошачьего туалета древесный. 2 килограмма 62 рубля по карте Фикспрайс. И 3 килограмма 99 рублей.
В отделе посуды появились миски большие на 3,7 литра. Это эмалированная сталь, все белого цвета. 149 рублей. На Калантай 30 есть все баночки для сыпучих. Керамика 249 рублей. А на Калантай 24 стали выкладывать тарелки глубокие. Животным принтом есть полоску, есть пятнышки. Цветные. 149 рублей. Гусь хрустальный. Набор скребков кулинарных 3 штуки, они разные. Для выравнивания крема на тортах, для создания красивых волн, рисунков. 33 рубля. Разные расцветки. Воронки для варенья 20 рублей 70 копеек. И ковшики 62 рубля. И вновь новинка для детей. Это многоразовая водная раскраска плюс маркер. 6 листов, 12 страниц. Опять достаю из коробки. Огромный ассортимент. Различные сказки, истории. Цена 79 рублей. Производитель Москва. Сюда также поступила огромная просто серия для детей среднего школьного возраста. Половину выложили, половина еще в коробках. 149 рублей. В продуктовом отделе появилась печень трески натуральная, тихоокеанская. Сделана по ГОСТу, производитель Санкт-Петербург. В составе печень трески, соль, перец, лавровый лист. 140 граммов, 124 рубля. Друзья, теперь предлагаю вам окунуться в мир очень красивой посуды. В Кухенленд поступило несколько серий. Просто не отвести глаз. Поступила морская серия. И тарелки, и кружечки. Вы посмотрите, какая красота. Всевозможные ракушки, устрицы. Выполнено все это, конечно, на высоте. Все изумительно красивое, легкое. Посмотрите, какая. Это салатник, ракушка. Внутри перламутровая. И подставка с ракушками. А кружка какая красивая. Ручка в виде ракушки. Просто прелесть. Да, дорого. Но все то, что сделано качественно, с любовью, красивое, оно все стоит дорого. Все имеет свою цену. Посмотрите, какая морская черепашка. И опять ракушка, это фарфор. А тарелочка с рыбкой. Просто прелесть. А вот это черепашки маленькие, это просто статуэтки. Это керамика, подкрашенная под золото. Вот эта рыбина мне очень понравилась. Это светильник. Просто чудо. Рыбка с трубочкой для напитков. А это половинки устриц. А посмотрите, какие ракушки. Какие они аккуратные. Есть большие, а есть поменьше. Посмотрите, какая огромная. Подставка для мелочей или просто как произведение искусств. А вот этот стол оформлен листочками. Это блюдо в форме листочков. Посмотрите, какая нежность. Вот эта вся зеленая посуда очень красиво смотрится
на солнышке или когда яркий свет, она просвечивает. Очень красивые блики, все эти бокалы, блюда, тарелки. А еще мне понравилась вот эта черепашка с черепашонком. Ну, это подставка для мелочей. Просто детально все исполнено. Здорово. И опять морская тема. Всевозможные ракушки с перламутровой серединкой. Половинки устриц. Все смотрится, конечно, классно. Вот эта посуда тоже новая, с такими нежными цветочками. Это фарфор. Оказывается, это сервиз. Называются луговые цветы на 6 персон. Посмотрите, какая красивая шкатулка. Вся переливается с пчелкой. Я не очень люблю такую яркую посуду, тем более золотой каймой. Но смотрится она, конечно, очень красиво. А вот эта подставка из ротанга и 4, написано, пиалы, также из ротанга. Кувшин. Красавец. Мисочка. Очень легкая. Нержавеющая сталь под золото. Это также новая серия посуды. Вот такая белая с нежными цветочками. Можно купить по отдельности, а можно купить сервизом. Это фарфор. Также есть блюда разного диаметра, разного размера. А вот эти мисочка и тарелочки сделаны из керамики, они немного потолще, потяжелее, с такими же цветочками. Посмотрите, какая красивая корзина для пикника. Это ротанг, подкладка натуральная и кожаные кисточки. И очень понравилась мне вот такая воздушная металлическая корзина для фруктов. Смотрится невесомой. Красивые, легкие, звенящие кружки фарфоровые. Это костяной фарфор. Две штучки стоят вот такая цена. Подставки под горячее. Пчела, золотая и корона. Смотрите, какая красивая кружка. Оригинальная. А вот это столовый сервиз. Такой цвет приятный. Всю эту красивую посуду я вам уже показывала. Кое-что еще осталось. Можно покупать, повторяю, сервизами. Можно отдельно. Посмотрите, какие красивые бокалы. Бокал-кубок, две штуки.
таким красивым отливом. И два стаканчика. Цену вы видите. Очень красивая минажница. Это стекло. Посмотрите, как переливается. Нет ни сколов, ни подтеков, ни трещин, ничего. Цена 1600 рублей. Вот эти стаканчики продаются парами и бокалы. Все продается в коробочках. Отдел распродаж. Помните, вот эти красивые конфетницы стоили 4500. Сейчас 2500 стоят. Всякие корзины под золото. Все скидки от 30 до 70%. Кролики продаются без скидки. Это фарфор. Здесь продаются наборы, вот две таких очаровательных кружки, 2300 рублей. Легкие, воздушные. А здесь одна кружечка, вот с таким декором, который пересыпается, 1700 рублей. Друзья, я показала вам сотую часть магазина, он очень большой. Надеюсь, вам понравилось. Красивая посуда. Друзья, спасибо вам большое за внимание. А мы продолжаем нашу прогулку. Идем не спеша в сторону летнего сада. Мимо Петра Первого, мимо Михайловского замка, Михайловского сада, Марсово поле. Цветочки красивые. Как красиво летом в Санкт-Петербурге. А я одна. Красиво в любое время года, но летом особенно. Все зелененькое. Все цветет, благоухает. Ой, такое небо. Надо сходить. Я уже соскучилась. Чтобы Саша грустно. Михайловский сад, смотрите, какой и зеленый. Цветочки. Помните, всю зиму ремонтировали эти трамвайные пути. Все сделали. К летнему периоду. Идем в летний сад. Не были там очень-очень давно. Немного левее Марсово поле. Мраморный дворец. Везде мы с Сашей были, с вами тоже. Садовый мост. Чуть не видно корабликов. Странно. А, вон едут, едут. То есть идут. Смотрите, как красиво. Очень красиво. В
водичка неспокойная. Лебяжья канавка. Смотрите, сколько народа. Лебедей, смотрите, лебеди запустили. Красиво. Ой, какой-то праздник, все перекрыто. Музыка. Друзья, оказывается, именно в этот день отмечают новый ежегодный праздник, День летнего сада, приуроченный сразу к двум важным датам. 320 лет назад летний сад был основан Петром I, чей день рождения отмечается 9 июня, а 6 июня исполнилось 225 лет со дня рождения гения русской поэзии Александра Пушкина. Не пошла я на этот праздник, была не готова, билеты дорогие. 2500 рублей. Не пошла. Не смогла. Так, попробуем с другой стороны зайти. Ну, хотя бы до набережной дойдем. Вот так. Друзья, еще раз спасибо за внимание. Я с вами прощаюсь. До завтра. Всего вам самого хорошего. И пока. Осенью. Не судьба. Спас на крови. Видите? Ой, и похолодало. И в летний сад не пускают. Ну что ж такое-то? Слышно там какой-то концерт, музыка. Марцовое поле красивое стало, зелененькое.